концерн Volkswagen представил в Китае новый концепт Volkswagen C-Coupe GTI. Учитывая внушительные размеры машины, а длина концепта составляет более 5 метров, можно предположить, что в будущем данный концепт преобразится в серийную версию флагманской модели Phaeton. Однако на презентации концепта в Шанхае была озвучена мысль, что это прообраз будущего седана топ-уровня, предназначенного исключительно для Китая. Машина оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового турбомотора мощностью 210 лошадиных сил и электродвигателя мощностью 124 лошадиных сил. До 100 км в час гибрид разгоняется за 8,6 секунды, а максимальная скорость машины составляет 232 км в час.